Не учи безделью, а учи рукоделью. Всем привет, 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 привет. Сегодня такая ситуация получилась. Заморочился я над серьезным проектом. Проект будет у меня сделан вот из такой штуковины, из пилы. И во время этого проекта у меня случилась авария. Поломался инструмент. Сейчас я его буду чинить, точнее сделать ему замену. Так что давайте приступим, не будем долго тянуть. Поехали! Да блин, да почему постоянно у меня не получается, как у всех? Почему я ломаю эти камеры, блядь? Как вы все поняли, сегодня я воспользуюсь ручкой от коробки передач, сделаю из этой ручки классную самоделку. Во-первых, нам надо сделать сквозное отверстие в этой ручке диаметром вот таким, которое оно есть, чуть-чуть даже больше. Для начала воспользуемся вот таким сверлом по дереву, чтобы сделать направление, то есть нам надо сделать прямо отверстие сквозное. Наметим, уже с этой стороны сделаем чуть больше. Поперли. Вот так беда, короче, блин, резиновая ручка. Вот здесь мне надо сделать отверстие огромное, то есть это еще мало. Мне надо сделать больше. У меня сверел шире нету просто. Я не представляю, как это сделать. Она просто вообще, она сверлом вообще не сверлится, а чем-то ее прорезать, ну, нереально. Напишите в комментарии, может кто-то знает какой-то способ. Я вообще не представляю, как это можно сделать. Ну сейчас что-то буду делать, сверлом рассверливать или что? Пора переходить к более серьезным инструментам. Это бур и перфоратор. Вроде готово. Не знаю, по сути нам надо, вот, чтобы вот эта вот гайка залезла в отверстие. Сейчас попробую. О, самото. Самото, что нам надо. Так, теперь дальше. Отрезаем эту шпильку. Теперь самое сложное из всей этой самоделки, надо просверлить отверстие в нашей шпильке. Кто-то в каком-то видео мне сказал, что резьбу надо сжимать деревяшкой, между деревяшек. Вот смотрите, делаю то, что вы сказали. Так, ну все, вот и готова наша самоделка, наша функционалка. Сейчас я вам покажу, что это такое. Я думаю, что уже кто-то все равно догадался. В общем, давайте, смотрите, наблюдайте. Я думаю, что эта штуковина, ну реально, сэкономила бабки, сэкономила время, сэкономила все. Смотрите, что это такое. Для того, чтобы начать ее пользоваться, нам ее надо опять разобрать. Все высунуть обратно. Берем нашу гайку, откручиваем, берем провод, хорошенечко его затягиваем. Так, теперь запихиваем, собираем все в обратную сторону. Теперь самое важное, это наш электрод. Подтянули сверху на верничок,
закрутили все барашком. Вот и все, наш держак готов. Сейчас мы его испытаем. Ну что я вам скажу, все реально классно, все зашибись. Его даже удобнее держать, чем обычный держак. То есть он сделан под руку, ну реально удобно. Вот такая самоделка сегодня. В общем, если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, жми лайк, это обязательно. Ну и пиши комментарий, если ты считаешь, что я что-то сделал тут неправильно. Ну а на этом, наверное, все. Всем пока-пока, до скорой самоделки.